самом деле, да, и... Ну мы не только нас устраиваем. Группа Виагра. Рок-группа. День без тебя я как так выдержу, а на второй пойду по земле искать. Твою мать нахуй! Рок-группа Виагра. И надежда Мешер. Мешер. Шайза! Вау! Вау! Блин, блины пожарила моя мама, значит, однажды. Когда побольше, конечно же. Даем оперу в Олимпийском. Да, теперь Виагра будет петь только оперу. Это маленькая шутка, но мы продемонстрируем. Эмансипейшн. Да, и все такое. Рисует меня страшно. Дедовщина. Витте, и мы с тобой квиты. Я не чувствую боли чернильной. Как-нибудь меня утешит твой голос ванильный. Это маленькая шутка, но мы продемонстрируем. Ты скажи, ну ты бы тебе бы не предложила вернуться опять в Виагру, ты хотела? Нет. Да. Нет. Сильнейшей болью боль твою утешить сможет только антигейша. Мы прокалываем друг другу пирсинги. Хау, нихау, конничива. Хау, нихау, конничива. Нет. Какой вопрос вы еще ненавидите, когда вам задают? Все. На самом деле, я действительно очень рада вернуться. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо моим поклонникам. Я вас безумно люблю, поэтому я вернулась на сцену. Спасибо вам большое, Олимпийский и Муз-ТВ. Мы с вами всегда. С вами Надежда Мейхер. Ой, я нажала красную кнопочку. Ёби-боби. Вот и... Ну,
это нас не устраивает. И не сбавляя оборотов. Зато мы занимались оперой, оперным пением. Рок-группа «Виагра». И, наверное, «Мешхер». 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 Привет, меня зовут Татьяна Котова. Мы снимаем обложку сентябрьского номера «Максим». Кто сверху? Сзади. Тепер ця сама Тетяна Котова сольно спів... Ну, конечно, мы даже умеем нажимать на кнопочки. Escape, и даже bot. Кое-что читать. Enter. Я просто... Калом прекрати растираться. Ты воняешь, сука, на весь город. В прошлый раз ты зубы все сломала, в этот раз уже руку. Да, ты мне должна денег. И сосала, конечно, ты у моих мужиков. И я, конечно, не злюсь на тебя, что тварь, ты мне должна денег, гадина. Забыла, как ты сосала, уебланка дешевая. Ты забыла, ты у меня списала бутылку водки, взяла платье на прокат и не вернула. Корова вонючая. А вы же чтоб нахуй, сука, тебя, блядь, ноги оторвала где-нибудь на пытке, блядь. А вы чтоб упала с велика, чучело ебучее. Сука, блядь, хорошо, что тебя рядом нет, блядь, мразь. Что? Спасибо вам огромное, дорогие друзья. С вами Надежда Мейхер. Это нереально просто. Ну как возможно вернуться в детство или в студенчество? Мам, как дела? Так, мистер Шрек. Шрек. Ну, нет. Давайте, да. У нас вышло... Сумасшедший, не моя вина. Я лишь тебя пригубила, а ты меня до дна. На. Девчонки, у вас ведь опять новый состав, да, получается, да? Ну, новый ведь, да, он все равно чуть-чуть, да, получился? Вот в таком Забытый составе. Старый. Слово «старый» вообще здесь запрещено произносить, по-моему. Альбина, Надя и Вера Брежнева. И стильная молодость вряд ли вернется. Но все равно мы нуждаемся в мужском тепле. Безусловно. Всего знаете. Да, Альбинка. Вот. Ой. Пиздец, а пиздец. Секунду. Как хочется ее ёбнуть. До новых встреч! С вами была группа Виагра. Вас любим! Спасибо!
нас один единственный представитель, который был в Японии. Это Надежда. Это я. С рабочим визитом. Нихао, нихао. Конничива. Она немного похожа даже на японку. Да, да. У нее осталось вот от визита еще, после визита. Дегенераты, понимаешь? Ой, я нажала красную кнопочку. Ёби-боби. Кто-то набухался. Мам, как дела? И не сбавляй оборотов. Да, Любинка. Вот. Там все пьют пиво пенное, и у всех письки офигенные. Сиськи стоят торчком, а бабы стоят рачком, одним словом. Надо без пизды и глаза.